Куда пропала Сати Казанова? Уж не отлучил ли Игорь Матвиенко от своего продюсерского дома строптивую певицу, которая осмелилась покинуть группу «Фабрика» и возжелать сольную карьеру? Волнующие вопросы фанаты прекрасной брюнетки, словно сошедшие с полотен Гогена, задают не первый месяц. И вот, наконец, нам посчастливилось встретить саму Сати, и не где-нибудь, а на съемках одного из проектов Первого канала. Где я еще буду? Все впереди, где я буду. Еще будут какие-то проекты, надеюсь, Первого канала, когда мне будут звать, а остальных каналов, но мы об этом не будем. Есть у меня уже готовый клип, который я приберегаю для осени, потому что все-таки ее надо, эту песню, с этим клипом на осень. До этого более летняя песня с видео пойдет к концу лета. Это прекрасный процесс, просто он же не должен быть виден всем. Надо иногда затаиваться, что-то подготовлять и уже с результатом выходить. Вот. Чем я, собственно, и занимаюсь. Скоро будет такой выстрел. Да, все будет.